В преддверии Дня матери наши корреспонденты побывали в гостях у турецкой мамы. Семья Шахбазовых из хутора Долгогусевского, уважаемая односельчанами и администрацией, потому что в их доме хранят семейные ценности из поколения в поколение, а к образу матери относятся с особым трепетом. В этой семье при мысли, что родные люди когда-либо перестанут общаться, отвечают: «Не дай бог». В доме Шахбазовых уважение передается из поколения в поколение. Именно поэтому родители с детьми, братья с сестрами живут дружно и собираются в отчим доме изо дня в день. В семье Шахбазовых слово «мама» произносится с глубоким почтением, а сам праздник, День матери, здесь воистину святой. За этим столом пять мам, самая главная из них – Юлдуз Исфандиевна. Женщина воспитала 4 детей, а сейчас ее сердце радует 12 внуков. Мама у нас всегда нас любила, постоянно нас чем-то вот радовала, всегда нас уважала, с другими детьми никогда не сравнивала, всегда любила, каким и есть. Мустафа и Юлдуз Шахбазовы вместе 38 лет. Поженились в Узбекистане, в горном городе Алмалык. Это 21 мне, 22 ему. То есть вы старше, да? Да, да, год старше. Вот старше. А вы где познакомились? Расскажите. Я это... В горах я начал. А что вы там делали? Он учился у нас в городе. Я учился в городе. В 1985 году Шахбазовы приезжают с 3 детьми в поселок Долгогусевский, в котором по сей день остаются одной из самых уважаемых семей. Сразу же стали строить дом, работали на ферме, а через год у них родился младший сын Рустам. Это старший сын Ибрагим, это старшая дочка Халитка, это Раилька, это младший сын Рустам. А это Наиля и Афруза. Официально невестки, а по душе еще 2 дочери, для которых Юлдуз Исфандиевна стала второй мамой. Афруза говорит, что мама вложила в ее мужа умение любить и уважать, а папа держал все под контролем, круг общения и время прихода сыновей домой. А бывало такое, что мама детей в чем-то покрывала от папы? Бывало, конечно. Когда они молодые были, я всегда, даже часы назад, чтобы он не замечал. Ребята гуляют, ну, в клубе, а я часы сюда назад, чтобы он не сказал, долго погуляет. В этой турецкой семье, как и в других восточных домах, мама – хранительница очага и мира. Сейчас за советом к Юлдуз Исфандиевне приходят не только дети и уже повзрослевшие внуки, но и приезжают многочисленные племянники. География родных семьи Шахбазовых простилается от жаркого Узбекистана до Соединенных Штатов. Мустафа Исламович с улыбкой говорит: «Нас 470 человек. То они к нам, то мы к ним». Родные люди в этой семье, независимо от места нахождения, всегда остаются вместе и на связи. А мамы в центре внимания. Саида Кикова, Сергей Чернецов. События и люди.